Добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте. Что знакомое лицо такое у вас? Мне тоже оно знакомое, его каждое утро вижу в зеркале. Да. Скажите, вопрос такой. Что такое вот поляница или поляница? Вот все время говорят. Скажи, говорит, поляница или поляница? Поляница. 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 Не без С, да? Поляница. Поляница. Не поляница, а поляница. Поляница. Ныца, а поляница. Я уже сам забыл, как. Поляница. Давай, поляница. Хортица, вот еще хортица есть. Да, нет, то хортица, то легко, потому что по водке вы выучили. Давай, поляница, хоть одного научу. Вот транскрипцию, давайте по буквам, давайте. Па-ля-ны-ся. Через С, после С, что, я, да? Да, па-ля-ны-ся. Па-ля-ны-ся. Красавец, а теперь все вместе. Па-ля-ны-ся. Не па-ля-ница, а па-ля-ны-ся. И там идет, и. Па-ля-ны-ся. Не а я в конце. Поляница. Ну я же говорю я. Поляница. Не поляница, а поляница. Не поленница, не полениться, не поваляться. А поляница. А что это такое вообще значит слово? Хоть что это поленница? Что это означает? Ну это такой каравай, хлеб такой. Ну. Поляница. Вот поляница. Вот подожди, ты захочешь в Украину приехать? У нас же теперь строго. Приходишь, и все, тебе говорят, что ваша, мета вашего приезда, ну, цель вашего приезда. Ты говоришь, ну, там, посмотреть, поесть поляницу. Все, тебя сразу расстреляют там на месте. Зачем тебе надо это? Поляница. Бля, это я вот это как не проговариваю. Смотри, еще раз. Поляница. Поляница. О, а ну еще раз теперь. Поляница. 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 Не поляница. Поляница. И, нарисуй там и русский. Поляница. Ница. А что у тебя? У тебя или и, или а. Поляница. Поляница. Не а в конце. Я. Скажи я. Поляница. Я. Поляница. Не и, а и, поляница. Поляница. Во. Бля, поляница. Во, да давай поляница. Сначала, смотри, надо сначала научиться как бы на китайском. Поляница. Или это на японском. И потом уже. Поляница. О, да, и самурайский меч такой. Это ж. Ты, кстати, не знаешь, но у нас в Полтавском краеведческом музее хранится оригинальный самурайский костюм. Как не, это не удивительно. Я из деревни, я не знаю. Не знаешь? Ну поляница! Что, вот так вот, да? Да не, а, я в конце, так я просто, я. Я! Вот я! Смотри, легко, не напр... Поляница. 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 Я, блядь, вот я, сука, на конце, блядь, никак. Я ржу. Блядь. Так, все, давай, я пошел, ты пока тренируйся, я еще приду. Давай, чтобы когда я пришел, ты уже говорил. Потом будет следующее слово учить. Давай. Какое? Хортица? Понимаешь, вот всю жизнь говорили. Русский. Хортица, вот хортица. Слушай, вот всегда нам всю жизнь вешали. Русский язык. Очень нама могучим она язык, очень нама сложный. Все знают русский язык. Украинский поляни. Хер кто может выучить. Поляни. Бля, вот по. Та не, по, не поляница, это полуни, по. Не полуниця. Полуниця это клубника. А то поля. Поляниця. Блять. Вот по буквам, если читаешь, смотри. Поляни. Все понятно, да? Это прямо как поле чудес передача. Помнишь, угадал все буквы, не смог прочитать слово. Вот это твоя ситуация. Все, ты представляешь, попадается тебе поляница. Супер приз автомобиль. И ты такой полуница. Что это такое? Блять. Полуница. Блять. Охуеть. Вот честно говоря. Слушай, а хортица, вот хортица, как
правильно говорить, хортица. Хортица. Хортица, то есть нормально, нет, да? На украинскую хортица. Хортица. Вот опять у тебя вот это и а, это у вас и я. И я, скажи. И я. Ну, хортица. Хортица. Да, а тя, я блядь, в конце, после... я, не а, да. А я. Это вот сложно после цета в конце уже не а, а я, блядь. Подожди, тебе сложно сказать тя? Тя. Ну, тя, да, тя поляны тя. Тя, хортица. Вот смотри, тя поляны тя на хортыти. Поляница на хортицы. Ой, я лус, ну це ще. Ну, ладно, давай, контрольний в голову, смотри. Маленьке сіреньке телятко гамцяло паляницю. Ще раз. Маленьке сіреньке телятко гамцяло паляницю. Маленьке сірятко гамце паляницю. Ну, приблизительно так. Все, розстрілять. Я понял. Давай. Давай. Ай, я лусну. Это вообще... Поляныця. Что тут сложного? Маленький сиренька телятку гамцяло поляницю.